И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, а это уже... какая по счету? Седьмая часть прохождения Tomb Raider Underworld Lara Croft. С нами, как всегда. Ну а мы продолжаем. Это уже у вас будет четверг, мне осталось записать эту часть. И еще три вперед. То есть пятницу, субботу, воскресенье. Да, я делаю запас на воскресенье на всякий случай. Чтобы, как говорится, если я буду записывать снова Лару, у вас в субботу утром было хоть что-то. То есть я хочу, наверное, перейти вот на такой формат, что вечером чисто стримы, утром чисто видео прохождение. Чтобы всегда был какой-то поток. Чтобы на крайний случай. Если же все-таки на утро выходные будет силы и на стрим, а учитывая, что с 30-го мы все начинаем, как говорится, гулять и работать, работать и гулять одновременно, то есть, так сказать, кот Шрёдингер рабочий, то, скорее всего, будут у нас и утром и стримы, и не стримы, то есть, что-то в этом роде, будем разбираться. Но прежде чем мы начнем, лайк, комментарий, подписка на канал, подписка в Дискорде, ВКонтакте, на DeviantArt, все ссылочки в описании, намасте, спасибо и удачи, вебку выключаю, я не прощаюсь, я буду здесь. Ладно, пошутили, посмеялись, повеселились, да, Лара, погнали. Как говорится. Ага. И стоит мне перепрыгнуть на вторую... А! Зараза, где ты? Я только сейчас увидел ту летучую мышь. Я вообще не знал, что она летит. О, стоп. Урны, урны, урны. Ну-ка, залезай, Лара. Слушайте, вообще красивое место. О, вижу, вижу. Давайте уж все сразу. Есть еще желающие? Вижу желающих. Давай, давай. Есть еще желающие? Вы сразу там вылетаете все разом. Мне так проще. Саламандра вот ценит мое время. Да, кстати, ребят, сегодня же, мы же это видеозапись, да? Хотя я это сделал, наверное, в понедельник, просто сделал дополнительную видеозапись, нахуй. Ну-ка. Так, поставили. Поставили. Так, с этим разобрались. Хорошо. И по логике мне надо бы теперь туда. Но я не знаю как. Я серьезно, я не понимаю. Мы зашли только с одной стороны, так ведь? Так. А сейчас мне нужно куда-то еще залезать, а я пока не знаю куда. Может, там есть какой-то проход? Ну, просто в противном случае мне нужно будет все это дело... Ладно. Давайте, кстати, сейчас тогда сохранюсь быстренько.
Слушайте, вроде как туда и надо бы нам. Вроде как бы. Но и не надо одновременно. По руке можно было бы, наверное, пройтись, мне кажется. А давайте попробуем. Опустим сейчас руку, попробуем пройти. Я думаю, получится. Я в этом не уверен, но думаю. Давайте вот так, Лара, дай-ка мне еще раз. Ну, давайте просто чисто по логике. Вот я вот залезу к нему вот сюда. Вот к Шиве. Что будет, когда я пойду сюда? Ну, вот та рука опустится вон туда, да? Что было и вот здесь, в принципе. То есть ничего не поменяется. Значит, им тут, 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 и там залезать. Ладно, давайте я попробую пройтись по его руке. Чуть что получится, разберемся. Давай, опускай, Шива. Я попробую сейчас просто пройти здесь. Получится, не получится. Я не знаю, сможет ли Лара пройтись по его руке. И к чему это приведет. Нет, она может идти, это хорошо. Она может идти, она может упасть, но в целом все безопасно. То есть... И, конечно же, прежде чем нам идти, зачем нам лишний раз морочиться со всем этим делом, если я могу просто нажать «да». Логично? Логично. Давайте уже. Запускайся, Лара. Я уже все сделал там. Тебе просто надо включить игру, пожалуйста. Ага. Что же нам тогда здесь делать? То есть, получается, мне только спуститься, да? Ну вот, допустим, мы спустились. А что нам это откроет? Ну, только вниз остается, и все. Вижу! Ах ты, гребаная кровозубка! А ну, иди сюда! Где вторая? Ага. О. Не-не-не. Все, Лара, давай, залезай. А тут было так просто. О, клетка. Ясно. Ну, тут сейчас точно что-нибудь будет. Вылезайте, я знаю. Вы любите такие сырые места. Никто не вылезает. Слушайте, обидно. Я тут, знаете ли, бегаю, вас ломаю, вас ищу. А ни одна андантра не вылезла меня даже встретить. Это, знаете, реально обидно. Слушайте, реально, красивый вид какой.
принтскринчик сделаю. На всякий случай, мало ли, может что найдем хорош, получше. Я столько принтскринов делаю, что они не все, конечно, даже расходуются постоянно. Так, давай-ка вот так вот немножко... Нет, Лара. Красота, да и только. Как вообще эта конструкция не обрушилась под собственным весом? Да, вижу. Сейчас мы ее подвинем поближе, чтобы уж наверняка. Заметьте, кстати, вот клетка эта явно из чугуна сделана. Хорошая, чугунная. Нет бы сделать сковородку, нет, клетку. Клетку делают. Никогда не понимал людей, которые предпочитают делать не сковородки, клетки. Хотя этих саламандр, наверное, так хранить и надо. Я тебя правильно сделал, да? Да. Давай, Лара. А теперь просто вытаскиваем. Ты серьезно, ты еще лодыжку себе подверни. Красота-то какая. Готовимся делать принтскринчик, пожалуйста. Идеальный. Да, правильно, победная поза. И спуск. Значит, я... Вот я рад, что мы в свое время разобрались со всем этим делом. Проехалось по ней. Так. Минуточку. Вот этот надо вот сюда. А этот надо вот сюда. Так. Но прежде чем вот тебя ставить, вот это сначала надо вот сюда загнать. Так. Так. Давай, Лара. Давай, Лара. Остался последний. Есть красота. С
свет Шивы даровал Кали мудрость. Я просто обязан сделать здесь хороший принтскрин, ребят. Вот прямо вот на фоне. Шива, давай. Улыбнись. О, Лара, молодец. Вам ничего не напоминает, ребята, а? Кто помнит наше прохождение Anniversary, а? В свете. Как там называлось там? В свете обелисков. А это будет у нас в свете Шивы. Так назову серию. В свете Шивы. О, город Наг. Столица. Красота. Давай, забирай. Зря, что ли? Вроде больше ничего не наблюдает тут. Откройте, пожалуйста, дверь. Открыта новая запись в журнале. Так, местность. Журнал. О, экспедиция в Мур, Нифельхельм, Тор, перчатки Тор, Аманда Эверетт. Вот, вот это мы не читали. Давайте все почитаем, что ли. Аманда так и не простила меня за то, что я посчитал ее погибшей и бросила в склеп последней царицы Тивианаку. Она тебе сказала, что она про это давно забыла. Дайте, кстати, верну свою вебочку. Она давно забыла, Лара, про это. Она тебе сама это заявила. Ее бесило то, что ты не продолжила раскопки. Узнав о том, что Аманда выжила и смогла выбраться, я долго размышляла, смогу ли простить себя. Наш конфликт во время поисков Экскальбура, меча короля Артура, притупил мое чувство вины, а знание того, что Аманда причастна к пропаже моей матери, и сбросила тяжкую ношу с плеч. Ну, во-первых, Аманда не виновата. Твоя мать дура. Она говорила тебе, вытащи меч, чтобы ты отправился на Авалон. А нет, не послушала, а в результате, по сути, ты сама убила ее. Ты сама ее убила, ты не слушала Аманду. Ты хотел смотреть телевизор. Вот кончилось чем. Ай, да уж. Притупило мое чувство вины. А знание того, что Аманда причастна к пропаже, да-да-да-да, я оставил ее в живых только чтобы выяснить, что ей известно. Но если она хочет уничтожить меня, придется изменить планы. Натла. Когда-то Натла была бессмертной царицей Атлантиды. В последние годы она руководила компанией Natla Technologies. Потеряв связь с могущественными реликвиями, принадлежащими ей тысячи лет назад, она посвятила все свое время и знания поиску артефактов по всему миру. Ее цель – начать то, что она именует седьмой эпохой. Я не знаю, что это значит. Колесница Катарна уже отбирает ход. По сути, у человечества есть, по-моему, если память не изменяет, целых 7 эпох. Не 7, а 10 эпох. Седьмая подразумевает массовое истребление, чтобы потом высшие боги могли уже спокойно жить. Но это ближе к Древней Греции, насколько я помню. Я не очень помню этот миф, он муторный и имеет много интерпретаций. Поэтому я не ручаюсь как слово эксперта в данном вопросе. Хотя я любопытствовал этим вопросом. Конечно, на других каналах есть разбор этого, но я с ними не соглашусь, поскольку здесь нужно четко разбираться в древнегреческой мифологии и эпохе. А мы не знаем, из какой конкретной эпохи Натла была. Ну, она была во всех эпохах, понятное дело, но какую она подразумевает, это другой вопрос. Я не знаю, что это значит, но кроме того, что человечеству сильно не поздоровится. Ну, это да, я о чем говорю. Я оставил ее погребенной на затерянном острове, однако команда откопала ее и держит в плену, как живую энциклопедию Атлантика. Энциклопедия Атлантика. Я ходячий энциклопедия, Натла ходячий энциклопедия, все дожили. Надеюсь, Аманда понимает, что сидит на бочке с порохом, и что Натла действует лишь в своих интересах. Ну, понятное дело.
Экспедиция в Таиланд. Я не знаю, насколько тесно мой отец сотрудничал с Натли, ровно как и насколько правдивы ее слова, но она действует лишь в своих интересах. Она помогает и делится информацией лишь потому, что ищет то что же самое, что и я. А значит, вне зависимости от того, был здесь мой отец или нет, в этом месте есть нечто, что приблизит меня к этому мифическому, надоедому всем Авалону. Бхагавати, столица Паталы, седьмое подземное царство в индуистских верованиях. Там живут наги, ну я, кстати, говорил, которые чаще всего изображаются в виде крупных змей и людей. Архитектура такого типа еще никогда не встречалась в Юго-Восточной Азии. Она старше, чем другие известные мне руины. Это может изменить наше представление о том, как индуизм продвигался по территории Азии с помощью скандинавской мифологии. Наги. Змеи-люди, населяющие Паталу, они охраняют Амриту, эликсир вечной жизни. Примитивные рептилии, живущие в этих руинах, возможно, стали прообразом наг или же придали вес уже существующим индуистским мифам за счет своего необычного облика. Понятно. Кыш-к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 ыш. Гребаный. Где? И как мне спускаться, вы не прикажете? Ни колец, ничего, ни черта. Там глубоко, как бы. Но вот я вижу вот тут уступчик. Нет, нет! Ну, молодец. Ну, ладно. Не страшно. Вырублю вебку. Что это я полез? Наверное, игра мне сказала, ты забыл вебку выключить. Давай, Лара, держись. Так. Есть. Ну, спускаемся аккуратненько и вон туда. Фонарик надо включить, а то ни черта не увидим же, логично. А тут такие красоты. Мы ведь на высоких уровнях настройки играем. Тоже протоскандинавские руны, кстати, если что. Это рунь. Это руническая запись. Тоже все пусто. Пусто. Все пусто. А там еще какой-то уступ, по-моему, да? Может, тут что-то есть? Тоже пусто. Ну, а тут внизу уж точно ничего нету. Ладно, идемте дальше, идемте дальше. О! Ну а ты что хотела? Обычный словачок, просто с универсальным ключом доступа. Ну да, конечно, двигать огромные двери, массивные блоки, это, конечно, реально мощно. Я ничего не говорю. Я сейчас возьму конфеточку, ребята. Хорошенькая такая лимоночка. Погнали. А что мне делать?
очень много пауков. Это было здесь задолго до появления верхних руин. Угу. И снова протоскандинавские руны. Сын мой, твои сокровища здесь и вдали. Сестру этой перчатки, твой пояс Мёгенгёрд и могучий Мьёлнир стерегут мертвые, чтобы держать в узде Йормунганда. Но карта уничтожена, причем недавно. Если тут и была перчатка Тора, ее уже нет. Что это? Натла, я знаю твою цель и не желаю больше быть марионеткой. Ричард Джеймс Крофт. Ха-ха, молодец. Это сделал отец? Только Джеймс, он никогда не подписывается. РДК. Странно. Он никогда не использовал в подписи вторую букву имени, чтобы избежать путаницы со своим отцом. Я и говорю. Так вот, где ты спрятал артефакт? Хитрый старый лис. Что ж, пора обратно на корабль. Надо спуститься и повернуть. А ничего не поделаешь. О, смотрите-ка, что-то нас забирают, это мое. Нет, не вот это, Лара, вот это давай. Давай, забирайся. Вот это вот не хочет поворачивать, ясно. Давай тогда думать. Слушайте, мне очень нравится местная мелодия. Она вдохновляет. Какой спейс? У меня это кнопка А. Так, а куда же мне тогда идти? Получается, только вот по этому каньону спуск вниз вот здесь только остается. Только понять бы, с какой стороны. А, понятно, спасибо. Ну да. Я правильно место подгадал. Но не туда, куда надо. Вообще, мне очень нравится. Кстати, если что, это Эктросиль, если кто не узнал. Такая маленькая. Я нашел, по-моему, сейчас какую-то подсказку, но я не знаю, что это за подсказка. Мне надо вот сюда ее подвинуть. Давайте разбираться. Да, мне нужно его подвинуть сюда, чтобы я мог перейти туда. Нет. Ой, Лара, нет. Да почему же?
Я только чуть радовался, что она не упала. И упала. Дожили, дожили, дожили. Вот теперь четверг. Ну ладно, зато хотя бы... Кстати, я забрал ведь тот артефакт, он засчитался ведь? Ну-ка. Ага, не вижу, значит засчитался, это хорошо. Вот это пафос. Идеальный, кстати, принтскрин. Надо будет потом запомнить этот кадр. Это у нас какая? 31 минута, да. Отлично, перебрались. Здесь я должно быть еще и сокровище. Я прям вот чую это. А я могу вот эту двигать отсюда? То есть я подойду сейчас к ней вплотную. Она же... Да. Ну-ка. Вроде бы могу, а вроде бы и нет. Немного печально и грустно одновременно. Вот так вот, давай. Я бы вот сюда, кстати, секрет какой-нибудь положил бы, между прочим. Ну, вот так давайте теперь. Так. Поставили на место. А внизу есть спуск? Нет, там просто бездна. Здесь должен быть еще артефакт хороший какой-нибудь. Да. Да, и вот сюда надо повернуть его. Но я хочу повернуть его, знаете, куда? Вот сюда. Наверняка там есть какой-то артефакт стоящий. Давай, Лара, спускаемся. Да-да-да, мы это знаем, но пока к этому не приходим. Потому что я вижу, чем все кончается. Так. Там, видите, есть помост, на который вот буквально можно залезть спокойно. А, стоп, подождите, а там что у нас? Ну-ка. Так, минуточку. Надо вернуть на место. Смотрите, что нашел. И там то же самое. Вот вон там вот, где находится Тор. Это ведь Тор изображен, да? Видите? Я же говорил. Вот. Надо ее как-то повернуть так, чтобы она туда смотрела. Сейчас будем разбираться с этим вопросом. Кардинально и досконально.
Я бы еще бы дальше покрутил бы, но тут просто мне уже не позволяет сама конструкция. Дайте-ка я осмотрюсь-ка, дай-ка мне, пожалуйста, камеру. Ее надо вот именно в том дело, чтобы повернуть. А как мне ее повернуть так, чтобы у меня не было никаких проблем? А никак. Хотя есть вариант. Это надо ее возвращать. А нет, она не получится. Она идет впрямую, то есть на статую Тори. Она просто задержится. Я правильно ее вращаю, просто не понимаю, в какую сторону мне теперь ее еще вращать больше. Возможно, если я сейчас вот туда спущусь, ее подкручу поближе, я смогу на нее забраться. Давайте я вот так, смотрите. Я сейчас, значит, сохранюсь. 47, дайте, пожалуйста, спасибо. Так. Давай, Лара, поднимайся. Сейчас будем чудеса творить. Мы же не просто так все это дело двигаем. Вот, смотрите. А. Ты не даешься? Так, вот это тебе проблема. Для тебя, Балар, это была идеальная возможность забраться. А, во! Так. Давай, залезай. О, смотрите. Еще один нашел. Так это он и обозначался. Помнишь, когда мы спускались, там был такой тинг? Это он и был, он просто был здесь замурованный. Давай, залезай. Идемте за теперь за реликвией. Не забрать реликвию, это позор будет. Реликвия для нас это первостепенно, ребят. Так, что мы нашли? Так, где это у нас? В инвентаре, наверное, да? Сокровища, реликвии. А, то есть даже нет описаний, да? Вот раньше, вот чем мне нравилась Лара всегда, у них были описания сокровищ. Слушайте, прям, знаете, напоминает Shadow of Colossus. Вот прямо настоящий Shadow of the Colossus. Так. Я и проходиков себе даже не оставил, да? Давай вот так вот тогда. Сейчас проход должен быть. Да, проходик теперь есть, хорошо. А теперь вот сюда. И надо придумать, как подняться. Ну,
Разве что оставить немного уступа себе вот здесь вот. Технически должно сработать. Есть. Забрались. Нет. Стоп, а если я сейчас вернусь опять в точку сохранения сокровища, то, что я его достал, засчитается? О, ну конечно, засчитался, я его сюда подвинул. Как говорится, ну правильно, логично. Так, подожди, не сюда. Все время путайте кнопки. Инвентарь, сокровище. Да, здесь мы побережье Таиланда забрали. Сокровище у Таиланда мы забрали. Ну, давайте двигать теперь обратно. Давай, Лара. Вот так вот. По-умному надо. Делаем по-умному все. Так, а что делать дальше, я не знаю. До туда она не допрыгнет. Вниз не залезет, вниз не спустится. А, стоп, вот тут же был... Ты можешь здесь пролезть? Не может. Хотя есть безумная идея. Нет, она не сработает. Идея настолько безумная, что точно не сработает. Кстати, она же может пролезть под ним. Так ведь? Может же? Давайте я попробую. Нет, не может. Ладно, это отпадает вариант. Так. Давайте попробуем теперь переместиться туда, может что и получится. Давай, Лара. Но это максимум, что она может себе позволить. И она встает вон туда же. А может я оттуда могу допрыгнуть как-нибудь? Как-то на могу, наверное, попробовать. Нет, с разбегу даже не получится. Как ни старайся. Давай, Лара.
Постараюсь придвинуть ее как можно ближе. Но это максимум, что я могу позволить. Давай. Можешь мне наоборот сделать небольшой уступок там, просто чтобы Лара могла зацепиться слегка. Я думаю, такого уступка вполне хватит. Лара, ты могла зацепиться. Ну, давай-ка, работай нормально. А ну, давай-ка. Все, я понял, как делаем. Давай, 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 давай. Есть. Есть. Вот. И готово. Ой-ой-ой, подфризило-то как? 12 кадров. Нет, меня это не устраивает. Не устраивает эти... Ребят, извиняюсь, у меня точно такая же ситуация сейчас на экране. Все, вернулись. Вот и все, сделали. Да, победный танец. Идеально. Похоже, я перестала быть Тором. Да ладно, потом еще побудешь. Интересно, как он ее заряжал? Молнией. Как он ее еще мог заряжать, Лара? Молнией заряжал. Что-то мне кажется, что если я попаду в воду, я помру. А может, и не помру. Может, я что-то найду. Ага. Нашли. Вот не зря решил опуститься поплавать. Может, что-нибудь еще найдем? Тут столько мест хороших, куда можно все запрятать. Давай, Лара, всплыви, пожалуйста, наверх. Я управляю погружением с помощью правого стика. Это ну, удобно и неудобно одновременно. Стоп. Это точка сохранения, что ли, была? Обычно такой... А, нет, когда мы находим что-то другое... Да. Все ясно. Да. Давай. Молодец. Молодец, Лара. Ну, а теперь вот сюда остается. Так, куда дальше? Ага, вижу.
Плывем, Лара. Сейчас, походу, будет у нас течение какое-нибудь. Давай, Клара, поторопись. Кислород у тебя не вечный. О, куда это мы выплыли? О, я тут был. Подожди, а может здесь какой-то артефакт валялся раньше? Нет, артефактика я тут нигде не видел. Слушайте, обидно. Значит, получается, там можно было как-то забраться и забрать ту сокровище, но мне не удалось в свое время. Ну, обидно. Ну, ладно, возвращаемся. Нашла что-нибудь? Там была карта, но отец ее уничтожил. Да уж, яблочко от яблони недалеко упало. Ой, молчал бы. Он сделал это намеренно, чтобы карту не нашла Натла. Но я уверена, сначала он сделал подробную запись. И более того, он нашел вторую перчатку Тор. Где он ее спрятал? Прямо у тебя под носом. И она не шутит. Красота. Это что был за вздох такой? Поместье Крофт. Отец забрал все артефакты из Бхавати и уничтожил все, что указывал на Хельхейм. Однако он поставил подсказку, которая понятна лишь мне. Должно быть, он обнаружил, что очень опасно, иначе бы не уничтожил столь важный археологический памятник. Поместье Крофт. Повседневная одежда, шорты для джунглей, брюки для джунглей. Нет, ну мы в поместье идем. Давайте повседненку. Что возьмем? Ну, транквилизатор там не понадобится. Давайте штурмовую винтовку. Ну, сейчас сохранимся, а то уже целый час записываю. Простите, леди Крафт, я не прибирался в склепе довольно долгое время. Почему ты не говорила, что здесь есть склеп? Лучше бы я не знал. Знаете что, я подожду вас здесь. А я ведь говорила, твоя громкая музыка всех мертвецов перебудет. Вот действительно, она предупреждала. Уинстон, прибери здесь. Столько паутин, это кошмар. Почему ты думаешь, что она здесь? В отцовской подписи было 3 литеры. Четкий намек на моего дедушку. Свет, пожалуйста. Ну что ж, ребят, давайте тогда на... Во-первых, сохранимся в обязательном порядке. Так, в чем разница? Пару секунд? Нет, пару минут. Но все равно сохранимся. Надеюсь вам, ребят... Так, продолжим. Вебку. Возвращаю. Ой, это принтскрин. У меня дает. А, во. Вебочку вернули. Надеюсь, вам, ребят, понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал, Дискорд, ВКонтакте, на Дэвин Арт. Все ссылочки в описании к этому видео. Спасибо всем, кто нас смотрит, ребят. Всем до скорой встречи и всем пока. Еще увидимся.